Еще один российский язык стал кандидатом наук. В прошлом месяце в диссертационном совете Московского государственного юридического университета прошла защита диссертации Марата Сипки. Тема его диссертации – уголовная ответственность за создание террористических сообществ и террористических организаций а также участие в них. Оппонентами молодого ученого были представители правоохранительных органов кандидат наук из МВД РФ и доктор наук из Академии Генеральной прокуратуры РФ. По итогам защиты большинством голосов членов диссертационного совета было принято решение о присуждении Марату Сипки ученой степени кандидата юридических наук. Следует сказать, что родители Марата Сипки, Вазира Сидан Гуэны, родом из Алая сам Марат учился в московской школе окончив которую, поступил в юридический университет. Во время учебы в университете его заинтересовали проблемы борьбы с преступностью, а после геноцида изидов в Ираке, проблемы ответственности за преступления, совершенные членами такой террористической организации, как Исламское государство, запрещена в России. В эксклюзивном интервью для нашего сайта молодой кандидат наук призвал талантливых езитских девушек и парней активнее идти в науку. По его словам, в ней всегда можно находить увлекательные направления для исследований. К слову сказать, после успешной защиты к Марату уже поступили интересные предложения о работе в том числе, из государственных органов. Однако он пока выбрал научно-образовательную сферу, и уже преподает в одном из вузов Москвы. Редакция сайта поздравляет Марата с успешной защитой диссертации и присоединяется к его призыву, адресованному молодым езидам, смелее идите в науку. Подпишись на мой канал и будь всегда в курсе всех событий.